Только что в Мирном завершился очередной этап розыгрыша для привитых сотрудников группы компании «Алруса». Акцию с ценными призами алмазная компания решила провести как поощрение своих работников, которые ответственно относятся к своему здоровью. И сегодня стали известны имена обладателей ценных призов. Сейчас моя коллега Анна Винокурова находится в спорткомплексе «Кимберлит». Аня, здравствуй. Расскажи нам про розыгрыш поподробнее. Таня, привет! Да, буквально несколько минут назад закончился второй этап акции. Я напомню, первый этап розыгрыша среди вакцинированных от COVID-19 сотрудников акционерной компании «Алроса» прошел 29 апреля. Тогда обладателями 16 ценных призов, это и 12-й айфон, и телевизор, и робот-пылесос, стали сотрудники алмазной компании из Мирного, Айхала, Архангельска и Москвы. И сейчас рядом со мной стоит Александр Киргуев, сотрудник НИГП, он же обладатель одного из этих призов. Александр, какие были впечатления, когда узнали, что вы стали обладателем приза? Знаете, честно говоря, я раньше скептически относился ко всем этим розыгрышам, потому что никогда в жизни ничего не выигрывал. И вот я даже не смотрел передачи и вакцинировался, я только потому что проспорил своему научному руководителю, и не смотрел передачи, и тут коллеги начинают меня поздравлять, говорят: «Саша выиграл». Я думаю: «Господи, только бы не лодку, куда я ее дену, что мне с ней делать, я не рыбак». И тут оказывается, что это робот-пылесос. Жена довольна, в хозяйстве вещь, надеюсь выиграть машину. А были ли какие-нибудь призы, обладателем которого вы бы хотели стать? Ну, каждый приз ценен, есть мудрая русская поговорка, не буду произносить, все знают. Поэтому я думаю, что как легла удача, еще все впереди. Главный приз – это все-таки автомобиль, и я на него надеюсь, на него рассчитываю. Пусть повезет. Александр, спасибо. Сегодня обладателем одного из самых ценных призов розыгрыша, это вот квадроцикл фирмы Stealth, стал Андрей Ткаченко из айхальского ГОКа. А также на втором этапе разыграли телевизор, ноутбук, несколько смартфонов, планшет и электросамокат. Нас впереди ждет еще два этапа, так что у тех, кто не успел поучаствовать в первом и втором, есть также шанс получить свой номер и выиграть что-нибудь ценное. Получить вакцину от COVID-19 можно в медицинском центре «Алроса» без очереди.